Итак, всем здрасте, товарищи, с вами снова Константин Калуцкий, и мы продолжаем наш разговор о московском «Спартаке» и сосредоточимся на их главном тренере Гильермо Абаскали, который недавно дал достаточно крупное интервью, где было много разных интересных цитат, но особое внимание, конечно же, привлекли заявления касательно Джики и касательно того, будет ли этот игрок выступать во второй половине текущего сезона. Была одна цитата, за которую, конечно, все уцепились. Это то, что Абаскаль не видит Джикию и Бабича в качестве связки в центре защиты. И то, что он прямо сказал, что Джики и Бабич будут играть вместе в центре, только если больше других защитников не останется. Многие восприняли это как своеобразный такой наезд на Джикию, хотя мне кажется, здесь ситуация все-таки несколько иная. И давайте ее сейчас как раз мы и разберем. Но сперва, хотелось бы напомнить, что мы всегда с Пари. Эта компания абсолютно легальна, она нас поддерживает, и она делает просмотр футбола еще интереснее. Тем более, что сейчас у них есть специальный подарок для вас, для зрителей моего канала. Вы можете получить фрибет в 2024 рубля в честь 2024 года. Как его получить, нужно пройти по ссылочке в закрепленном комментарии на мой телеграм-канал, там вас ждут все инструкции, как получить этот самый подарочек, ну и использовать этот приз, этот сюрприз, этот презент вы можете на официальном сайте компании Пари, на их официальном приложении. Там множество событий по разным видам спорта. Короче, не затеряйтесь. Отличная тема в наши непростые времена. Итак, во-первых, как мне кажется, здесь, конечно же, есть определенный негатив для Джики. То есть здесь обозначено, что он не может претендовать на позицию правого центрального защитника. И то, что Абаскаль его там просто не видит. И поэтому он должен бороться исключительно с Бабичем за позицию левого центрального. С другой стороны, ну, это как бы как раз и говорит о том, что показывай себя на тренировках, пробивайся в стартовый состав, и тогда Бабич сядет на скамейку. То есть здесь почему-то все сразу ставят вопрос именно так, что фактически Абаскаль закрыл доступ Джики в стартовую обойму. Ну и мне кажется, здесь ничего катастрофического, по сути, не произошло. Обычное дело, когда есть два кандидата на позицию, а в других зонах просто этих футболистов тренер не видит. И поэтому здесь, ну как мне кажется, перед Джики все еще не закрыты те самые ворота в стартовый состав. Просто нужно проявить себя. Потому что, как ни крути, но к Джики были вопросы. Еще до прихода Абаскаля, еще до появления Бабича, многие отмечали, что Георгий либо стоит на месте в плане развития, либо уже просто откровенно начал регрессировать. Поэтому здесь появление Бабича, который, да, со своими нюансами, но показал себя действительно здорово, ну, это как бы та самая вещь, которая и должна была привести к посадке Джики в резерв. Но появился игрок на его позиции действительно сильнее. Но какие здесь есть варианты? Поэтому тут, ну, в общем-то, тренер правильную вещь говорит. Есть два футболиста в одну зону, боритесь, конкурируйте, хочешь стартовый состав, доказывай. Но это как бы взрослая жизнь, это взрослый коллектив, это не школьная футбольная команда, когда учителя физкультуры заставляют, чтобы и Петя, и Саша, и Дима все поиграли по 15 минут. Играют лучший, ну, пробивайся в состав, что еще осталось-то? Объективно все понимают, что Бабич сильнее, какие тут вопросы. Касательно игры в два центральных защитника левоногих, о чем сейчас многие говорят, ну, здесь очень сложная тема касательно того, почему данный вариант не используется. И это не прихоть Абаскаля, это норма жизни и норма, которая принята уже давным-давно. Почитайте, например, как обсуждался этот вопрос перед недавним чемпионатом Европы по футболу. Касательно того, как Испания будет играть в ситуации, когда у них два лучших центральных защитника, оба как бы левоногие. Тогда приходилось этот вопрос решать переводом Родри в центр защиты при Луисе Энрике. Поэтому здесь, ну вот, даже на уровне сборной Испании такой вопрос поднимался, и зачастую приходилось импровизировать. То молодого правоногого ставить в центр, то ставить в центр опорного хавбека Родри, чтобы закрыть позицию правого центрального, потому что в остальном все лучшие были левоногие. То есть, понимаете, наверное, я не знаю, Луис Энрике не дурак и не враг себе, будучи тренером сборной Испании, будучи максимально ограничен в ресурсах, а в сборной нельзя покупать себе новых игроков,
понятное дело. Наверное, он не дурак, раз пошел на такие меры и на такие перестроения. И действительно, игра в двух левоногих, она создает определенные трудности при построении атаки, при начале, вот, в общем-то, позиционного наступления и так далее. Поэтому здесь, ну, наверное, удивляться нечему. И, наверное, здесь пытаться в этом вот найти какую-то подколку в адрес Джики тоже не стоит. Да, получилось неоднозначно, что сперва выступило руководство «Спартака», которое сказало, что так или иначе, мы хотим подписать новый контракт с Джики, начнем переговоры в феврале. И тут же, в общем-то, тренер сообщает, что у Джики не так много вариантов на попадание в стартовую обойму. Но, с другой стороны, опять же, я думаю, что Джики по-прежнему способен проявить себя. Бабич, может быть, и неплох, но это не Неманья Видич, хоть оба и сербы. Поэтому здесь, как говорится, не шкаф подвинется. А само по себе вот это положение резервиста, ну, оно, конечно же, неприятно для капитана, для легенды и так далее. Но, с другой стороны, ну, всякое бывает. Нужно доказывать, нужно показывать, нужно прогрызаться в состав. В «Спартаке» много кого сажали на скамейку. В «Спартаке» много кого даже отправляли из команды на выход. В том числе это были не просто легендарные культовые личности. Тихонов провел слабый сезон у Романцева. Ну, Романцев в итоге ему на дверь показал. Другие были истории. И это были люди просто глыбы, это были легенды и все остальное. А здесь, ну, при всем уважении Джики, это крепкий, хороший футболист, но это не игрок уровня, там, легенд «Спартака» лучших лет. И при этом все действительно по-прежнему на него надеются, все рассчитывают, а он, объективно говоря, последние годы не особо радует своей игрой. Но, наверное, должен был появиться какой-то тренер, который не смотрит на регалии и не смотрит на прошлые заслуги того же самого Джики, а просто делает вывод, что есть игрок сильнее. Вот, наверное, Джики от этого нужно плясать, да и всем остальным защитникам Георгия Джики, типа того же самого Евгения Серафимовича Ловчева, при всем уважении и так далее, им, наверное, тоже нужно в первую очередь призадуматься о том, что они сами сперва критиковали Джики за плохую игру в последние сезоны, а потом, когда его посадили на скамейку, начали кричать, что это несправедливо по отношению к легенде. То есть вы, я не знаю, специально, что ли, хотели, чтобы в «Спартаке» больше проблем было или что? В общем, как-то так.